Тушение этого пожара началось накануне вечером. Оперативный штаб по ликвидации возгорания был организован и продолжает работать в Главном управлении МЧС России. По официальной информации, огонь пришел с Туапсинского района, горела сухая лесная подстилка. Вы видите, на заднем плане пожарный очаг практически локализован. На этот момент работает 209 человек личного состава различных структур. Предварительные причины – человеческий фактор. Тушение пожара оказалось непростым из-за труднодоступности района, где находился очаг возгорания. Уже было совершено 18 сбросов воды общим объемом около 90 тонн. Для точечной работы и наблюдения за лесами в воздух подняли беспилотники. И благодаря такому наблюдению с воздуха будут замечены любые проблемы в лесах. Ну а населенным пунктам и их жителям ничего не угрожает. При этом высокая пожароопасность в предгорьях Сочи сохраняется. Службы спасения переведены в режим повышенной готовности. Напомню, в ноябре в Лазаревском районе Сочи, западнее села Наджиго, горел участок лесного массива площадью около 6 гектаров. Тогда пожар тушили также с воздуха.